Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1475. События дня. Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей». За 26 декабря 2019 года. Ну, обращение о помощи. Прочитайте. Я буду быстро передвигать, а вы курсором останавливайте. 4 ролика про них. Это у кого-то закрыли канал, и два канала, и в обои на меня нападали, и оба закрыты оказались. Я говорю, я-то знать не знаю, не прощу.
Ну, так что вчерашний день был. Дома сижу. Много пришел вчера снегом возиться. Лопатой тут все кидал. Володя утром, а я после него. А уже дело совсем стемнялось. Андрюша этот наш привез машину, которая снег выкидывает. Ну, повозили с ней, даже ролик поставил. Ну, в темноте плохо видно, днем надо ее испытать. Ну, так. Это все в события дня входит. У нас тут не добрали калину до конца, свиристели, столько налетело, стая. Вот. Снег, на то настолько много его выпало. Все засыпало, где кормлю. Два раза в день выходило, вытряхал кормушки все и опять насыпал. Все на этом.